Всем привет! Я рад приветствовать на своем канале Kinder Surprise Sergio. Сегодняшний наш обзор посвящен Kinder Surprise. Ну что, поехали! Распечатываем первое шоколадное яйцо. Вуаля! А здесь нам попалась машинка. Ух ты, попался фиолетовый спринт. В коллекции всего два таких. Один красного, второй фиолетовый. И мы собрали целую коллекцию. Давайте его будем собирать. Мы собрали нашу машинку. Обратите внимание, что эта машинка может самостоятельно ездить, поскольку у нее здесь есть такой механизм. Нажимаем назад, и машинка едет. Классная машинка, она довольно большая. Обратите ваше внимание. И очень удобно с ней будет играть. Следующее шоколадное яйцо от Kinder Surprise. Поехали! Пам-пам-пам-пам-пам. Какая-то новая игрушка. Ух ты! Это уже вторая игрушка из серии MixArt. В прошлом видео нам попалась игрушка вот такая. Котенок с отпечатком своих лапок. А сегодня нам попался вот такой зверек, похожий на кошечку, но я не думаю, что это кошечка. А как вы думаете, какой это зверек? Смотрите, зверька даже нам упаковали отдельно. Это, наверное, с той целью, чтобы сама краска не высохла, если она там имеется. Так, это у него получается ушки. А, вот как. Такой забавный зверек из серии MixArt. Классно. И здесь обратите внимание, у этой игрушки есть сокровище внутри животика. Распечатываем, открываем, нажимаем. Ух ты! И у нас вот такой получился отпечаток. Отпечаток этой игрушки. Смотрите. Но я считаю, что это здорово. Для тех, кто хочет узнавать следы животных. Вот такая игрушка из серии MixArt. И распечатываем наше третье шоколадное яйцо.
Так, игрушка, наклейки. Очень здорово. Серия Go Move. В прошлый раз нам попалась игрушка вот такая. С двумя фишками. Которые выстреливают. А нынче попался вертолетик. Вот такой. Это очень здорово, что нам не попадаются повторы, а мы потихоньку собираем коллекции. Ну что, давайте эту игрушку будем собирать. Здесь есть две наклейки, которые клеются вот сюда. И вторая наклейка с противоположной стороны. Наклейки сделаны. Игрушку мы с вами собрали из серии Go Move. Но здесь обратите внимание, что вот эти лопасти, они сделаны из бумаги, и они не закрепляются сверху. С этой игрушкой, в принципе, не очень удобно играть, поскольку вот эти бумажки, лопасти, они будут при игре отлетать. А для коллекции, я считаю, что это самое то. В сегодняшней нашей коллекции попалась вот такая замечательная машинка из серии Sprinty. Это вторая машинка, и поэтому мы уже собрали коллекцию полностью. Вторая игрушка была из серии MixArt, и это очень здорово, поскольку это игрушка с отпечатком своих лапок. И третья игрушка из серии Go Move. Если вам понравилось мое видео, ставьте палец кверху и подписывайтесь на мой канал.